Центробанк сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Спорт». Информация появилась на официальном сайте. Сообщается, что при неудовлетворительном качестве активов «Спорт» неадекватно оценивал принятые риски. Сегодня день празднования явления Казанской иконы Божьей Матери. В 9 утра в Благовещенском соборе была торжественная литургия, а после православные прошли крестным ходом. В районах Татарстана дополнительно построят 6 универсальных спортивных залов и 8 бассейнов. Об этом сегодня доложил президенту министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Всего же из 120 спортивных площадок работы завершены на 76.